Всем привет, меня зовут Егор. Я поступил от российского офиса CCN. Учусь в Харбинском политехническом университете в городе Харбин. Поступил на эти направления. Почему выбрал Харбинский политехнический университет? Потому что он находится, ну, на данный момент, когда я его выбирал, он находился по шанхайскому рейтингу на 8-м месте. Поначалу было очень легко, пока что вы не дошли до грамматики. Когда вы дойдете до грамматики, намного учиться становится тяжелее, потому что китайская грамматика, она не такая, как русская, не такая, как английская, совсем другая. Каких-то страхов не было, больше были страхи, то, что ты куда-то попадаешь в неизведанное, в Азию, в китайский мир, и было маленько страшно уезжать из страны. Но сейчас уже все привыкли, все нормально, нам постоянно CCN помогает с чем-то, даже с тем же выбором университетов. Выбрал 3 университета, это Северо-Западный университет в Сиане, 2 университет Динсу и 3 университет Гуджоу. Приглашаю всех студентов со всего мира учиться к нам. Поступающим в HNC!